Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем проходить вора. Я напоминаю, что мы находимся в какой-то страшной приютке. Кругом, блядь, скримеры, страшные звуки, какие-то ужасы происходят. И мы продолжаем. Вот мы попали в комнату 3F, сказал я очень охуенно. Тем самым просто скопит... Танив. Настройка. Перед началом операции тщательно настройте машину. Сорви покров, скрывающий врага врата души, чтобы открыть путь к выздоровлению. Щито, блядь. Непонятно нихуя. Ну да ладно. Опа. Ага! Надо выкачать примали с девчонки. Но не давайте ей умереть. Ни в коем случае. Знаешь, что такое страх, да, Гарри? Да. Быстрее! Она отравляет прималь! Видишь? О, я все порчу. Прималь опасна! Ее надо контролировать! Отпустите меня нахуй, слышь? Здесь же никого не было, блядь! Вы о чем вообще? Выпустите! Сука! Убери! Убери, падла! Убери! Она слишком важна и не должна умереть здесь! Только не в глаз, не в... Бесполезно. Я отведу ее обратно в тюрьму. Что это было? Скажите мне, пожалуйста, ребята. Что это было сейчас, блядь? А, это галюнюшечки. Я думал, ты умерла. Но все хуже. Той ночью ты украла прималь. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Есть нахуй. Мне придется спуститься еще глубже. Еще глубже? Ой, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ётушеньки. Ой-ой-ёшеньки. Ага. Ну окей. Хотя бы не призраки, и то хорошо. Чё ты смотришь-то? Чувак, не беспокойся, все хорошо. Ты спал, спи дальше. Ты не должен мне, блядь, здесь мешать. Так, хорошо, записочки, давайте все внимательно читать. Стерилизация. Мойте инструменты спиртом перед живосечением. Изучение воздействия стресса на организм человека проводите при ярком, сука, свете. Точно, точно. Оп, ловушка какая-то только что была, блядь. А, не, вру. Че это? Оп, зеркало. Заебца. Так, ну все, теперь на нас охотятся заключенные, бывшие какие-то, судя по всему. Больше здесь никого нет. Отлично. Пролезем по палатам, соберем все ценное, потому что палаты до этого были закрыты. А сейчас они, собственно, все открыты. Здесь у нас есть записки, ящички и что-нибудь всяко полезное мы с вами найдем. Оп, световая бомба. Охуенчик. Выбирайте орбитокласт с учетом толщины черепа пациента. Слишком живое воображение — первый признак безумия. Да ну не пизди. Это все вранье. Живое воображение, наоборот, полезно и хорошо. Бабочки в папоротнике лет. Это ты к чему? Ты сейчас говорил про папоротник? Ну, хуй знает. Езжай, чувак. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отличненько. Неплохо. Чё это? Для оптимального результата варьируйте длительность погружения. Вдыхай воду, выдыхай свет. Это как так, блядь? Что-то немножечко не сходится. Вдыхай воду, выдыхай свет, блядь. В чем логика, нахуй? Хуй его пойми. А, тут можно было пролезть. Ну, окей, ладно. Будем знать. Тут тоже можно пролезть. Ну, полезли. Оп. Бля, кто-то есть. Тут кто-то есть. А кто тут? Сука! Да я его так, нахуй, добью в пизду. Еще оглушение не работает, ни пизды. В таких панических ситуациях нельзя долго тянуть. Надо просто бить. Бить наотмашь прям. На нахуй. И все. Лоханулся я немножечко, но ничего страшного. Мы живы. Это главное. Нас даже не покоцали. А это еще главнее. 18 метров теперь надо пройти вперед. Ну, замечательно. Мы возвращаемся назад. Просто туда, откуда шли. Нам надо спуститься еще ниже. Замечательно. Поехали. Чё это, блядь?
кто это орёт жабьим голосом? Одумайтесь, ребят, вам это не надо. Опять эти пошли непонятные звуки, а и такие же звуки были у нас, когда мы бродили по лабиринтам. Опа. Сюда можно зайти по-любому. Или залезть наверх. Спасибо. Нам надо вниз. Поехали. А, тут еще и замок, блядь. Представляешь, лифт с замком, нихера себе. Вот это поворот. Этого я никак вообще не ожидал. Лифт с замком. Заебись. Поехали. Моя цель продолжает от меня отдаляться какого-то хуя. Я же все правильно сделал, почему она отдаляется. Или может мне надо было вверх поехать? Да вряд ли. Мне же сказали, надо спуститься еще глубже. А глубже, насколько я понимаю, это вниз. Но походу нет. Что-то я тупанул. А, нет, смотри, все правильно. Все правильно, сука. Эта игра тупит, а не я. Я никогда не туплю. Я вообще ни в одной... Ой. Вообще ни в одной игре не тупил. Я во всех играх веду себя очень хорошо. Я все понимаю с первого раза. До меня все доезжает, доходит. Мечты, мечты. Ну что ж поделаешь. Блять, нет места под маг. Охуеть. Ты видал? Ты видал? Ты видал? Кто-то пробежал, блять. Это Виндиго. Кто смотрел сверхъестественное первую серию, первый сезон, тот знает, кто такой Виндиго. И сейчас пробежал именно он, отвечаю. Он очень похож сильно на этого Виндиго. А, ну все правильно, надо его поджарить, потому что Виндиго тоже надо было поджаривать. Все логично, все правильно, все хорошо. Собираем монетки. Кто-то здесь все-таки за нас ходил, кто-то что-то потерял. Подмахнет место. Блять, да почему нет места? Все есть. На. Кушай на здоровье, Гаррет. Я забочусь о тебе. Главное, чтобы ты был сытый и намакованный. Главное не попа... Или этот вообще скромник, блядь, из SCP. Множество теорий по поводу этого чувака у нас сейчас может родиться. Но это кто-то один из них. Ух ты. Какой-то странный знак. Что он значит? Охуенчик. Так, а теперь надо скорость. Это мы хотели с вами улучшить скорость. Это я помню, да. Первым делом, потому что мы с вами был долгий выбор между боем и скоростью. Мы выбрали бой, а теперь мы выбрали скорость. Заебца. Уйди. Так, нет места. Хорошо, ладно. Особо-то не надо. Нам здесь пугать некого. Откройте. Чё, а, свет зажег. Нахуй! Нахуй ты зажигаешь свет, чувак, ты же у нас вор, ты же невидимый, должен постоянно прятаться. Правила тюрьмы. Не подходить к пациентам, не говорить с пациентами, не верить заявлениям пациентов. Пациенты лишены свободы для их же безопасности. Окей, я постараюсь с ними не разговаривать. Эрин действительно держали здесь. Ну, походу, да. Надо проверить все камеры. Давай проверим. Найдите камеру, Эрин. Охуеть. Чё её искать вон через 14 метров? Я заметил, что пациент номер 11 проявляет агрессию и возбуждение, когда мимо его палаты везут пациентку номер 18. Его попытки дотянуться до нее ни к чему не приводят, но он борется так ожесточенно, что сегодня вырвал один из ключей в потолке своей камеры. Это надо изучить, говорит нам доктор Хантфилд. Ну окей, я надеюсь, что нам дадут записочку, которая расскажет нам результат этого изучения и к чему в конечном счете все это привело. Блять, нахуй тебе эти шприцы, они же все противные, они же все использованы, они же вредные, а вдруг там спит? Ой, еда. Да как, недостаточно места, не пизди, все у меня есть. Окей, замечательно. Так, камеру Эрин ищем. Пойдемте, найдем. Тут у нас что, спрятано что-нибудь? Секретного-то. А нет, ты посмотри, ничего нету. Я видел много тюрем. Но? Ничего подобного этому. Да? Странно, чувак, странно. Странно и страшно, я бы сказал. Так, оп, что-то есть. Кто, блядь? Кто тут вот этой вот хуйней занимается, одумайтесь. Так, надо на ту сторону, чтобы запрыгнуть на веревочку. Опа. Опа. Бля, не допрыгну. А! Да, в принципе, не надо и допрыгивать-то. Залази. Ёбаный свет! Ой-о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 й! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блядь! Они что, в темноте могут видеть? Пизда рулям. Вот это поворот, короче. Ой, как их много тут! Залази, Гаррет, залази, блядь, залезь!
Залезь, олень! Сука! Я же как-то залазил только что. Пизда мне! Ох, пизда мне! Ох, пизда, пизда! Все, пизда, пиздатенька, кусок пиздятины мне, все, я умер. Как нихуёво они хлещут по мне, ты представляешь? Ой! Я побежал. Вы как хотите, а я вперед нахуй. Быстрее беги, Гаррет, блядь! Беги куда-нибудь, пожалуйста, беги! Ай-я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 й, блядь, пизда мне! Ой, все, пиздец. Ах, бежим, 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 бежим. Гаррет, прячься куда-нибудь, спрячься, Гаррет, пожалуйста, куда-нибудь. Ой, блядь, не туда. Ох, все, пизда рулем. Я умер, я труп. А все, а что вы хотели? А нехуй было так. То есть это вы имели в виду в прошлый раз, да, когда говорили, что мне пиздец? Окей, ладно. Уй, как далеко. Блять, собака. Как далеко, как далеко. Ну ладно. Ладно, с этим мы сейчас быстренько справимся. Все соберем, что до этого собирали. И будем теперь осторожны, потому что теперь-то я знаю, что нас преследуют кругом и везде. Что это такое? Ой, а я эту шкатулку в прошлый раз не видел. Отлично. Так, еще маг. Монетка. Я помню. Хорошо, погнали. Открывайся. Так, теперь этих, значит, хуеплетов надо обходить стороной. Ладно, хорошо. К этому мы привыкнем сейчас с вами. Это, в принципе, не страшно. Опа. Опа. Скорость. Открыть. Да. Спасибо. Хорошо, назад. Выходим. Сейчас мы дойдем до журнала, и надо будет срочно сохраниться. Тебя можно как-то оглушить, чувак? Блять, ты чё? Да ты чё? Ебать, его не было в прошлый раз тут. Какого хуя? Игра не собирает все мои предметы, но, блять, в очередной раз заставляет меня 100 раз все это проходить. Ебануться, туфли гнуться. Бля, его можно как-то оглушить-то, нет? Иди, 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 иди в освояси, чувак. Бля, его нельзя оглушить никак вообще! А, ну понятно, мне пиздец. То есть им вообще на глаза лучше не попадаться. Охуенный поворот, серьезно. Охуенный поворот. Поворот поворотов. Просто самый поворотный поворот из всех поворотных поворотов, которые только могут куда-нибудь повернуться. Очень хуёво это. Ой, опасно, блядь, опасно, ребятки. Кругом опасность. Куда вот он убежал? Он сквозь стену провалился, ты представляешь? Ебануться. Будем чаще пользоваться загрузкой, раз на то пошло. Ну, точнее, загрузкой, а сохранением. Ну и, соответственно, загрузкой тоже, потому что после каждого сохранения, судя по всему, у нас будет очень много загрузок. Чувак, беги отсюда, нахуй. F5. Да, оно, кстати, работает. Вообще неплохо. Значит, вот именно сейчас надо нажать F5 и подождать, пока тот чувак убежит. Потому что тот чувак должен пропасть. Его не должно быть с самого начала. Мне это не нравится. F5, нахуй. Да, действительно, оно сохраняется. Это заебца. Так, ну вот он, собственно, пропадает. И мы его не видим. Так, это мы все с вами читали. Но похуй, соберем. Эрин действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Чего, блядь? Как он в эту дырку смог пролезть? Очень интересно, блядь. Очень интересно. Так, свет мы можем выключать. Вот, вот. Я говорю, что свет-то нам, собственно, нужен. Точнее, не нужен. Мы же все-таки пытаемся как-то скрыться от этого от всего. Ну окей, давайте, ладно. Сейчас будем все это аккуратненько проворачивать. Как на ту веревку залезть? На нее вообще надо залазить, нет? А, блядь, понял, понял, понял. Все, я понял. Тихо, тихо, чуваки. Вот, блядь, в этот раз он смог залезть, а в прошлый раз почему-то не смог. Так, где у меня там канатные стрелы-то? Вот. Бубух. Отлично. А теперь пролазим на них. Хорош. И еще раз пролазим. И теперь наверх. Наверху-то они меня не поймают.
А, ну все, отлично, я наверху. Наверху они меня никак не смогут достать. Я в этом просто уверен на 100%. Но, блядь, они меня запалили, вот в чем проблема-то. И они меня видят, а я их нет. А музыка здесь охуенная. Опа. Механический глаз. Охуенно. Зачем он мне, интересно? Где они? Да как они меня видят в темноте-то? Я же спрятанный. А их можно убить-то? Ну-ка. Где этот охотничий стрел? Ну-ка встань. Попробуем в него попасть. Нет, они неубиваемые. Ну охуенно, все. Это конец игре, блядь, моей. Их нельзя, короче, убить. Все, я сдаюсь. Как перезагрузить этот ебаный уровень? Он не должен был меня заметить. Так, этот меня не видит, хорошо. Они между собой, значит, никак не общаются. Тоже неплохо. Так, нам надо вниз. Кто меня видит, я не пойму. Вот эти двое. Уже двое меня видят, ну ёб твою ж мать. Уже двое. Хорошо, ладно, пойдем вниз. У-у-у-у! Пизда мне, мне пиздец. А, удерживай! Есть, 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 есть! Поднимай давай быстрее ее нахуй. Сложно. Сложно, очень сложно, ребятки. Очень сложно, блядь. А, сохранялочка сама со собой. Окей, все, хорошо, я надеюсь, их больше не будет. Я надеюсь, что они обитали только там. Я буду в это верить, и это по-любому произойдет. Главное верить. А это я понял, все, окей. Опа! Хуй у меня поймаете, собаки. Бей его, бей его, бей его! На что нажимать? Быстрее на что-нибудь нажимай! Беги, Гаррет! Нет, сука, отпусти! Нет, нет! Что здесь произошло, Эй? О, блядь, бежим быстрее, звезд, нахуй! Бежим, 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 бежим! В пизду, в пизду! Горочки! Неплохо, бесплатный аттракцион! Ты жив? Ну, это самое главное. Главное остаться в живых. Маки, это пиздата. Я их ем. Они добавляют мне энергии прозрения. Так, Штерин, ты как-то неправильно их приготовляла, наверное. Почему я одна? Хуй тебя знает. Я тоже один. О, привет. А, ты... Каждый вздох приносит боль. Чё ты не даешь на себя посмотреть? Я все правильно иду? Судя по всему, да. Опа, маг. Заставь голоса замолчать. С каким образом, скажи, я им скажу, ну хорош, ребят, пиздеть, но девушки противно вас, блять. Девушки противно вас слушать, и они перестанут с тобой разговаривать. А ты что, не умерла, что ли? Не дай ему понять, что ты уязвим. О, блядь, ты чё, сука? Я не уязвим, ты понял? Я не уязвим, слышь, ты. Пойдем отсюда, нахуй быстрей. Ой. Посиди-ка тут. Заслужил, сука. Нечего меня пугать. Что дальше делать? Я следила за тобой. Гаррет, я тут, хотел тут я. Какой, как я? Угу. Ебанулась, что ли? Но в этом мире уже есть один Гаррет. Что делать-то? Гаррет Бейл, да, он играет за Реал Мадрид, я в курсе. Главное, чтобы они не ожили. Потому что если они оживут, это все нахуй. Это до свидания. Ты был единственным, кому я верил. Ну и что ж теперь? Во! Выход нашел, отлично. Замечательно. Я хотела остановить его. Я хотела спасти себя, но они не дают мне проснуться. Смотри, сзади, короче, сейчас мужик будет. Опа! Они заслуживают наказания. Не будет, ты представь. Че, мне туда надо? Там есть выход? Да, там есть выход, как залезть. А, во, понял. Опа. Опа. О, сука! А ты неплохо рисуешь, чувак. Вскрыть замок. Тут замок есть? А, прям в глазу у меня, ну нихуя себе. Нормально так. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа! Молодчик мой, красавчик! Ты... Это уже не смешно, чувак, блядь. Это не смешно. Привет. Что случилось?
Хуй его знает, сам не понимаю вообще, какая херня происходит полнейшая. Эрин, привет! Я нашел тебя. Наконец-то. Здорово. Хуя себе втащила. Она наше будущее! Конечно, он меня ненавидит. Да? Нордкрест похитил меня. Это мы в курсе. Много? С тобой, да. Почему я не ненавижу его? Гарет! Не знаю. Я тоже могу так кричать, если мне страшно. Может, я схожу с ума. Есть только один способ узнать. Барон, в особняк Нордкреста. Туда, где все начиналось. Фу, блядь, закончилось, что ли? Наконец-то. Фу, блядь, наконец-то. Я ебал такие страшные игры. Ну, в смысле, не страшные игры, а такие... Страшные задания в таких нестрашных играх. Я не готов к этому. Ёбаный его в рот. Фу, нахуй. Отлично. Подтвердить. На следующую ночь. О, чувак, ты стал гораздо меньше Если спать. Эрин у барон. Эрин у барона? Тык-тык. Кто? Я должен попасть в особняк Нордкрестов до того, как туда ворвется толпа. Пора получить пару ответов. Какая толпа? Чё за толпа? Поехали быстрее. Идти к поместью Нордкрест. Да, я пошел. Так, а денег у нас сколько, кстати? Ха-ха, смотри, чувак, говорит. Ебать, посмотри, какая у меня балдень. Хвалится, ты видал, нет? Насколько дурак, блядь. Какие-то чуваки уже бегут сразу смотреть очень быстро. Типа, чувак, чувак, покажи, покажи, покажи. А он, смотри, ебать. И вот я слева. Тут, ну так, затесался, не знаю зачем. Кто-то сфоткал случайно. Я не хотел вообще в кадр вот попадать, поэтому, потому что мне как бы надо меньше светиться. Но все равно, сука, взял меня и сзади зафоткал. Ну не мудак ли, вот скажи мне. Имя неверного Мартин Хэллоуэй! Он притеснял одежду. Мы уже видели, по-моему, это. А, нет, в прошлый раз вешали бродягу, а теперь вешают охранника. Заебись. Ну, так сказать, справедливость восторжествовала. Это замечательно. 1-1 счет у них начался, а у нас продолжается очень медленная прогрузка карты, ну и хуй с ней. Мы, собственно, подождем, можем еще и кофейку хлебнуть. У тебя же есть кофеек, ну и чаек там, или печеньки. Ну, что-нибудь, хлебни. А у меня между тем кончилось. И все висит. И жесткий диск тоже висит. Здорово, мохнатый боец. Че тебе надо? Пошли сюда. Бля. Опа. Мохнатый боец засветился. Ты видал? Просто ни с хуя. Ай! Какая она острококтенная кошка. А вот видите, ребят. Те, кто не смотрит такие длинные игры, реже будут видеть мохнатого бойца. Классно, да? А вот ты смотришь, тебе повезло. Да? Красиво. Кстати, можешь даже услышишь, наверное, как она урчит. Потому что она сидит очень близко к микрофону. Поэтому ты можешь все это слышать. Блять, ну хватит тормозить, давай быстрее грузись. Все, окей, отлично. Нет, еще не... Сука, не прошла прогрузка, ну да ладно. Так, нам куда? Нам надо в особняк Нордкреста. Особняк Северного Креста. Ой. Опять залазить в это окошко. Там кабинет стражи, насколько я помню. Поднимай. Оп, и я уже внутри. Замечательно. Просто вот так вот прошли спокойно, без лишних телодвижений, по управлению стражи. Почему нет, блядь? Почему нет? Оглушайте врагов бесшумно. Я постараюсь. Не всегда, правда, получается, но я буду стараться. 33 метра. Это вообще ни о чем. Здесь, блядь, все стало абсолютно пусто. Так, подожди, здесь кругом свет. Как мне потушить его? Так, ну охранников вроде нет. Но все продолжает лагать, блядь. Опа. Сядем. Полигончику пойдем. По-моему, на улицах вообще пусто. Ага. Не пизди. Ты смотри, что они беспредельщики какие творят. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня в городе я полно заметил. Злобных людей. Все чего-то хотят от барона. А что надо от него хотеть? Чего-то не того. Так, мне туда что ли? Зачем? А, чтобы дальше пойти. Окей. Бля, тихо, сейчас чувак меня запалит. Надо быть предельно аккуратным, осторожным. Где вот он? Куда он смотрит? Как? Все так? Ой-ой-ой-ой, блядь, я же на свету. Ой, дурачок, 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 дурачок. Опа. Хорош, я уже в тени практически. Ох, блядь, бежим нахуй. Я ебал.
Беги, 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 беги! О, все отлично. Озаренная уже на мосту. Глава 6. Одиночка. Так можно было бы назвать было любую главу до этого, потому что я во всех главах один работал. Ну, кроме первой, где эта проститутка чуть не запорола нам всю миссию. Потом за это она отмучилась в больнице в этой, походу, в приюте. А потом ее похитили, ее теперь трахает барон. Побрил ее практически на лысо, но не знаю, возможно, ему нравятся коротковолосые женщины. Почему нет? Как ты, Фрасня, думаешь? Последние защитники барона готовы встретить толпу, но да? Они не ждут меня. Я буду внутри раньше, это да, чем начнется. Только главное, чтобы не на время. Ну, как бы, все от времени года зависит, чувак. Проникните в поместье барона, окей. Так, а мы, по-моему, здесь играли уже в самом первом уровне. Полезли наверх. Опа. Хорошо. Больше спать? Чувак, да, мне бы тоже не помешало. Я просто с тобой постоянно соглашался, если бы ты не был стражником. Хотя, что мне мешает с тобой согласиться, если ты действительно прав? Оп. Оп. А можно как-то... А, тут даже перепрыгнуть надо, отлично. Это, я так понимаю, сделано для тех, кто выбрал самый козырный уровень сложности, и ему нельзя убивать охранников вообще абсолютно. Надеюсь, это не... Нет, чувак, это всего лишь я. Не беспокойся вообще. Так, здесь можно... Ой, блядь! Собака. Тихо-тихо, собачка, тихо, не дури. Можно перепрыгнуть? Хорош, блядь. Че, конфетки? Ой, бабочка какая-то. Это я тоже бы взял. Так, как его оглушить-то? Ну, чувак, оглуши его нахуй. Все тренировки, вся моя решимость, все ради этого. Ради чего? Ради того, чтобы получить сзади по затылку? Хуёвые тренировки у тебя, чувак, запишись в другую секцию. Все здесь хорошему, походу, не научат. За мной. Эти сады лучше всего видны. Откуда, блядь? Каких балконов, чувак? Одумайся. 35 метров. Выпить надо по-любому. Тем более сегодня выходной. У кого-нибудь. Но, естественно, не у меня. У меня не бывает выходных. Сегодня на улице. Это еще почему? Крови. Я сбился со счета, сколько. Ёб твою мать. Мразей там было. Ха-ха, подъебало. Ты, говорит, мудак, в школе не учился, читать не можешь. Вообще молодец. Опа. Так, смотрите, здесь свет. А, можно, наверное, пролезть вон там снизу. Давайте попробуем. Опа. Да, действительно, здесь можно зайти. Тихо, сначала надо выключить свет, естественно. Это же свет. Ай, красавчик, а это что? Можно покрутить и выключить дождь. Как интересно. Это выключает всю воду в саду. Хуёво. Ой. А вот это я зря, конечно. Это я зря сделал. Не надо было отключать фонтан-то. Я умру в бою. Так, не, пойдем включим фонтан, нахуй. Потому что... Эй, нет, сука. Ух, смотри, я уже посередине балкона. Я просто охуенный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дурачок, блядь. Ой, дурачок. Ох, я в темноте. Где я вообще? Как мне сориентироваться? Так, хорошо, я понял, я где. У меня для этого нет места. А сюда мы можем залезть? Хуй-то там. Хуй-то там. Так, чувачок. А как бы тебя... Да-да-да, иди сюда ко мне. Иди. Кто тут шорох на... Ветер! Это ветер, чувак! Оп, идем нахуй. О, блядь, залез. Конечно, привиделось, чувак. Абсолютно ты прав. Привет, Лев. Как дела у тебя? Все хорошо? В Багдаде все спокойно? Так, здесь никого. Пойдем дальше. Все равно идти через парад. Дурак, блядь! Ты раньше-то что молчал? Надо наверх? Нет. Боги на пороге. Нормально! Ноги на пороге! Я тоже могу рифмовать, чувак. До свидания. Полежи немножечко. Так, а где зайти-то? Парадный вход, 16 метров. Надо найти другой вход. С кем? Надеюсь, с ней все заебись, чувак, я отвечаю тебе. Где он там у меня? А, вот он, отлично. Опа. До свидания. Так, ну двух охранников балконных мы с вами ликвидировали. Внутри вообще заебца. Так, куда же надо идти-то надо?
Сюда вроде никак не пройдешь. Так, ну я сюда залез. Ну ладно, а дальше? Бля, не, сюда нельзя. Так, надо искать какой-то другой путь. Абсолютно другой путь надо искать. Ага, факел, та, где мои водные стрелы. Водные стрелы мои на шестерочке. Оп. Красавчик. Минус один факел. Это хорошо. Нет, блядь, ну все-таки мне туда вообще не надо возвращаться. А как же надо туда пробраться? Эти фонарики можно как-то отключить? Вряд ли. А, во! Не-не-не, вы чё, чуваки, одумайтесь, там никого не было. Он упал в обморок! Бля, их двое. Их двое, сука, их двое. Тихо. Че? Нихуя? А, не успел, сука. Как отменить? А, вот, отлично. Не буду, чувак, поверь мне. Никогда, ни за что. Я не дурак. Опа. Сам ты мразь, ты слышишь, выбирай выражение. Пидор кусок. Где он? Естественно, я здесь. Не найдете. Не найдете, неудачники. Ну вот тут я с тобой согласен, да, чувак? Оп, тихо. Смогу. Потому что никого нет. Не дураки, убежали. Будь начеку, озаренные на подходе. Опа, хорош, проскочил. Все, я нашел вход. Чего тебе надо? Сиди спокойно. Мохнатый боец играет со мной вместе, ты представляешь, нет? Я охуеваю. Я все правильно тут, нет? Ты подожди, ты, сука, если спрыгиваешь, так иди и спрыгивай. Не мешайся мне. У меня серьезное важное задание. Не отвлекай меня. Так, где вход-то, блядь? Окошки закрыты, все, блядь, закрыто. Заходить непонятно, где надо. Странно, блядь. Куда делся Полтик? Его оглушили, и он умер. Вообще нигде не завалить, подожди-ка. Ну здесь-то никого нет, тот, кто разговаривает. Кто меня попалит, блядь? Я боюсь уже, блядь, этих людей. Они могут резко на меня напасть. А, F5! Вот, отлично, сохранился. Чё я мозги-то ебу? Забываю про сохранение совсем. Так, а вот еще есть какой-то вход. Сюда можно залезть? Хуй-то там. Тогда я вообще запутался и в панике ничего не понимаю. Куда идти? Да-да-да, чувак, так. Оп. Оп, и второй убитый, представляешь? Замечательно. Так, ну ладно, минус еще двое. Всего их тут сколько было? Кто-нибудь считал вначале, нет? Я лично не считал. Но походу их стало как минимум на 4 меньше. Это замечательно. Ой! Ключ какой-то, новый документ, тихо. Карта внутреннего двора. Проникните в поместье барона. Окей, ладно. Мы подобрали карту какую-то. Так, вон еще двое стоят. О! Можно светить табличку. Только зачем? Ну, не знаю, пригодится, кому-нибудь сдадим. Это ты молодец. Это я возьму. Так, туда можно залезть. Нет, все, пиздец, я не знаю, как залезть в поместье. Тут что-то он блестит еще. А, это ножницы. Нихуя себе. Бля, может вот тут пролезть? Нет? Да как тогда залезть в это сраное поместье-то, я не пойму. Пиздец, полный, все. Нет вариантов никаких. Может Е удерживать? Где-нибудь тут? Нет? Сука. Спокойно. Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. С какой... С любой стороны, с какой можем на нее еще посмотреть, потому что других сторон я здесь больше не вижу. Вот тут может проникнуть. А, точно, блядь, там какой-то проход есть. Оп, дай посмотрим. Оп. Блядь, действительно, сука. Нет, это шкаф. Нахуй мне шкаф. Не нравится. Мне тоже, чувак, вообще просто пиздец какой-то. О, я на свету. Я дурачок.
Так, хорошо, этого мы можем, значит, оторвать бумажник, и он ничего не заметит. Хорош, да? Просто молодец. Здесь некуда, окей. Я тоже не хочу, чувак, поэтому, блядь, не запалите меня никогда в жизни. Все, я в тупике. В полнейшем. Пиздец. Не знаю, что делать. Через парадный ход он идти не хочет. Через подвалы, через какие-то. Нет, здесь фонтан. Здесь можно только пролезть. И то, блядь, нельзя. А, понял. Это мы... Может, как-то через низ пройти там, я не знаю. Может, здесь где-то вход есть. Давай пропрыгивай уже. Опа, золотая шестеренка. Нихуя себе. Пиздец какой-то. Ребятки, я все. Хорош, короче, да? Все, давайте я в следующей серии все это найду. Нажму F5, нахуй. Ссылка на плейлист сверху. Нет, вру. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. И до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока. Найдем вход, пойдем пиздить барона. Пока. Их покупать.